О! Приветствую, дамы и господа! Я Борис Ремонтник, и сегодня я вам расскажу, как я наливал наливные полы. Ага, смотри, что я при этом сделал. Так, вот, я уже заготовил. Смотри, таз 90-литровый получается. Ну, я не буду много лить, там хер перевернешь. Короче, вот уже надрезал, воды налил вровень. Там вот чуть-чуть демпферную ленточку. Ну, небольшая, можно было без демпферной, но все-таки, наверное, ее оставлю. Здесь большая уже комната. Да, смотри, какие окна. Да, смотри. Вот, привет. Ну вот, короче, все сделал. Все, ну, шикарно. Смотри дальше. Здесь, короче, раковина у меня будет. Ну, кухня будет здесь в углу. Здесь санузел. Смотри, как качественно уже его гидроизолировал. Так я еще гидроизолировал в два слоя под этим. Под ГВЛ-кой тоже. Ну, мало ли что, ну, бывает же всякое. Под ГВЛ-ка, еще потолок, чтобы испарение и все такое, ну, в один слой. Ну, ничего страшного не будет, да? Здесь тоже в два слоя сделал. Здесь уже не стал, думаю, ладно, здесь я грунтовкой нахерачил, в принципе, да, тоже два слоя. Ничего страшного, здесь, я думаю, не будет. Здесь будет уже плитка крепится. Да, тут я еще бетонный контакт нахерачу, чтобы плитку. Ну, посмотрим вообще. А сейчас будем наливать полы, получается. Вот, уже мешочки готовы. Сюда мешочек, сюда, сюда, сюда. И получается еще три штучки. Там не видно на улице. Осталось еще три штучки. Что ж такое? Ручку никак не прикреплю. Три штучки еще осталось. Мы их потом вот сейчас зальем. Когда это выльем, еще три штучки. На все про все 40 минут. Имеется. Ага, сейчас будем, значит, заниматься этим великим делом. Да. Ну, такие пироги, ребяточки, котятушки. Какое устройство у меня замечательное. А, смотри. Еще что хотел показать. А, как мне раскатывать, да? Валик специальный присутствует. У меня валик специальный. А, смотри. Ну, чисто специальный. Да, ну, кустик оторвал, чисто на акустике, акустика, да, мне нужна она, осудительная песня, такие песни осуждаю. Короче, смотри, я еще сделал какие чешечки, это называются тапкошлепы. Тапкошлепы, почему тапкошлепы, проверочные слова, тапкошлеп. Смотри, одеваешь и пошел. И пошел по полу, когда он уже наливной будет. Видишь? Сейчас покажу конструкцию тапкошлепа. Или тапкоход можно его назвать. Тапкоход. Смотри, фанера толстенькая. И саморезы ГВЛ-очки. ГВЛ-очки взял. У них эти кончики молотком постучал, чтобы острыми не были. А так получается вот. Пожалуйста. Тапкошлеп, тапкоход. Тапкоход, пожалуйста. Смотри. Тапкоход. Чтобы вот так можно было ходить. Смотри. Смотри. Типа пол налился, ты идешь как бы вот так вот. И, ну, замечательно. Смотри. Сейчас покажу. Смотри. Видал? А? Видишь? Видишь? Шикарно, да? Я запатентовал. Ну, короче, такие дела, пацаны. Вот, все. Всем спасибо. Всем пока. Пойду заливать. Встретимся позже. Как получится. Давай. Я на связи, я здесь. Эй, дурак, ты видишь? Я здесь.